Стоп, все, работаем! Аделина, пока я не скажу закончить, делай, делай, делай. Мы же помыли. Матвей, Саня. Значит, девочки, вот здесь вот уколола, вот здесь. Николай, лицом ко мне, пожалуйста. Стали друг за другом. Колонну, колонну. Так, здесь. Раз. Два, три, четыре. Вот эти четыре человека. Вы становитесь вот здесь. В колонну. В колонну. Лицом ко мне. Лицом в одну колонну. Друг за дружкой. Вот так. Да. Вы становитесь здесь рядом. Да, я не знаю, кстати, да. Вы становитесь вот здесь. В одну колонну. Вот так. Вот здесь. Друг за другом. Значит, внимание сюда. Внимание сюда. Делаем кувырок раз. Становимся два шага. Кувырок два. Здесь третий кувырок. Когда Ярослав сделал первый кувырок, второй, вот когда второй кувырок делает, тогда только Григорий начинает. Итак. А, ну сделаем по-другому. Так, первый номер, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Итак, первый номер, руку подняли. Пошли кувырки вперед, три кувырки. Раз, два, три. Есть готовый. Второй номер, руку подняли. Один. Третья номера. Хаджина. Четвертая. Хаджина. Вот кто сейчас стоит первый, делал, не делал, стоит раз, два, три. Следующий. Хаджина. Не надо поднимать, все уже вот вы втроем делаете. Ходить на тренировки надо. 62. А где я скажу просто? Очень много пропускаешь. Еще раз. Вот ты перед этим качалась там, пищикала, и вдруг даже вот начинает болеть. Что, сейчас крем делал? Три голова, да? А когда пишет, то правда. А когда думает, то не болят. Кто стоит, что хочет? Делай два кувырка, одну. Вон, видишь, смотри, два пацана. Видишь, вот два пацана. Здоровый, не болеет. Ну вот, как он? Ты прикольный, болеет. Они не кушают, прикольный ты работаешь. Мы хорошо, Матвей. Так, сейчас. 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 Вы. Становитесь в одну шеренгу, вот там, в одну шеренгу.
1, 2, 3, 4. Лицом ко мне. Так, вы становитесь вот здесь, в одну шеренгу. Лицом ко мне, на вытянутой руке. Еще. Стоп. Ручки пошире. Девочки, здесь становятся все. Девочки, здесь становятся все. Вот те мальчики самые в конце, Вася, вот ваша шеренга, делают два шага вперед, до упада. Вот так. Стоп. Два шага, не 10. Ты же высокий. Так. И делаем страховку назад. Пошли, повторяем. Хаджина. Берем шеренги. Теперь падаем вперед. Отсюда. Хорошо. Стоп. А теперь все разворачиваются, вот ваша шеренга разворачивается лицом ко мне. Лицом ко мне, садится на колени, ошизаться пижиной. Вы разворачиваетесь вот ко мне лицом туда, вы сюда. И теперь, смотрите, не бейте сильно. И страховка, стынка, тряпка. Пошли.
Так, что ты стоишь? Вон Михаил Валерьевич. Что ты улыбаешься? Тебе что, кто-то... Ты когда кушать хочешь? Что в школе? Ты стоишь и ждешь, пока тебе принесут? Нет. Нет. Вот туда. Вот туда. Вот туда. Смотрите, она очень хорошо делает. Вы вдвоем ко мне, пожалуйста. Интересно, сюда. Аич. Вы вдвоем. Вот туда на угол. Стоп. Здесь. Стоп. Ко мне, где ты живешь, скажи? Сектор. Чеканочка. Чеканочка. Ты. Значит, здесь брата нет? Здесь брата нет. Идите сейчас покачайтесь. Я его. Идите, мама. Покачайтесь. Не упасть. А вы вдвоем. Мальчики, сюда, пожалуйста. Готовы? Да. Делаем так. Жасмина 3, Адемина 3, Жасмина 3, Адемина 3, Жасмина 30, а руки у нее тоже 30. Пошли. Правильно наступай, наступай. Надо не кости делать, а заворачивать. Так. Наступаю, наступаю. Вот вперед убирает. Это же борьба. Я же сказал. Ногти, это все, ну, вы будете когда каникулы делать, когда вы, как там, когда вы волейболом заниматься сделали, когда вы не сразу будете. Ты покрасила ее, да? Да, покрасила. Молодцы, вот правильно, молодцы, правильно. Вот так. Правильно, Андрей. Андрей, второй номер делает. Второй номер делает. Не по три раза, а второй номер. Номер доля. Делать хорошо, но волосы, понимаете, нужно просто убирать, убирать. Уже не конкурс красоты, пойми. Конкурс красоты. На конкурсе красоты как раз это нужно. А здесь это не запрещают. На физкультуре надо убирать. А то будешь бежать, зацепишься волосами. Как упадешь, все, и тренер, преподаватели проблемы. Не вижу. Не вижу. Кристиан Вадим. Кристиан. Матвей, поменялись, баскетбол, номер доля. Готовы? Вот. Чуть-чуть. И тебе легче будет кидать. А тебе, Михаил, чуть-чуть ножки шире. Тогда будет тебе удобно падать. Вот так умница. Молодец, пожалуйста. Хорошо, Матвея. Так, кто может показать боевой прием? Я. Покажите. Ярослав, высокий партер. Стоп, еще раз, смотрите, высокий партер. Ярослав, давай. Забирает ручку, переносит ножку, садится и показывает боевой. Вот так. Стоп, внимание сюда. Высокий партер.
Высокий пару слав. Заправьте. Так, отсюда, поехали. Я бросаю. Я бросаю. Я бросаю. Я бросаю. Я бросаю.
Спасибо.